Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя, и сегодня у нас будет очередная распаковочка. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Всем приятного просмотра! Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Обязательно нажимайте, чтобы вам приходило уведомление о новых видео. Итак, поехали! Сейчас посмотрим, что тут мне пришло. Немножко пошуршим. Это мне, девчонки, пришли гель-лаки с магазина Beauty Lux. Кто меня смотрит, знает, что я люблю эти гель-лаки. Кому интересно обзор на эти гель-лаки, у меня очень много их уже было на канале на обзоре. Можете смотреть в предыдущих моих видео. Блестяшки всякие, и термо, и базы камуфляжные, и с блестками. И как раз еще сегодня у нас будут две базы с блестками на обзоре. Итак, кто не знаком с этой фирмой, это гель-лаки идут по 10 мл, не пластик, стекло, презентабельные. Посмотрите, тут даже на русском языке заявлено, что это гель-лак, да? На крышечке есть цвет. Идет рубер-база. Очень мне нравится их матовый топ. У меня есть состав поближе. Фокус. 24 месяца после вскрытия. Это идет новиночка. База идет с блестками. Давайте посмотрим. Цвет под номером 05. Да, у меня уже были такие базы на обзоре. Мне они понравились и решила еще заказать две. Значит, бутыльки полные. Кисточка ровная. Вот такие классные блестяшки. Даже камера не хочет сфокусироваться. Вот. Они красивые, да? Ну, мы с вами все выкрасим. Как, что? Посмотрим. Это идет каучуковая база, рубер база. Как видите, консистенция у нее не жидкая. Все тянется, как я люблю. Ну, давайте сразу и выкрасим. Чего тянуть время? Так, вот гипсы. Два слоя на ноготочках. Смотрите, какая она классная. В один слой на типсе. Но это, конечно, типса, ноготочек. Он прозрачный, это белая подложка. На один слой на типсе нормально, но на ноготочках лучше два слоя. Это точно. И на просушку. Лампу я сушу по 30 секунд своей Sun One лампе. Дальше следующие посмотрим. Еще одну. Это получается цвет под номером 05. Это цвет под номером 02. 3 и не помню, 4 вроде бы были у меня уже на обзоре. Итак, цвет под номером 02. Это что-то подобное. Такая молочная, также с блесточками. Ну, сейчас мы выкрасим и их двух сравним. Фокус не хочет уловиться, потому что это блестяшки. Сейчас мы добьем его. Вот. Вот, наконец-то есть фокус. Вот такие золотые блестяшки. Ну, давайте выкрасим и сравним. Цвет 05 и 02. Там, правда, есть разные цвета. Белое с блестками. У меня как раз белое уже было на выкраске. Вот, видите, это золотые блестяшки. А предыдущие были серебро. Давайте я на просушку
У меня уже база просушилась, и сравним сейчас. Первая идет серебро, вторая идет золото. То есть цвет под номером 05 идет серебро, 02 блестяшки идут золотые. 5, 2. Присмотритесь. Это я нанесла в один слой, ну для типса мне достаточно. И сейчас я перекрою топа. Топ у меня без липкого слоя, также от Beauty Licks. Кто меня смотрит, знает, что я этим топом пользуюсь. И нанесем. Консистенция у него средняя, не жидкая. Вот под топом блестки еще круче заигрались. Вот, посмотрите, как красиво играет. Ну, сейчас мы просушим и посмотрим на просушку на 30 секунд. И давайте к цветам вернемся. Значит, я тут 2 с блесточками заказала и 2 термо. Цвет под номером 135. Посмотрите, какая это, девчонки, красота. Я что-то в последнее время очень много всяческих блестяшек себе назаказывала. Кто меня смотрит, знает, что я блестяшки люблю. Вот, посмотрите, какая это красота. Какой огонек. Ну, и сейчас мы с вами выкрасим. Так, возьму я типсу. Посмотрите, это идет на прозрачной основе. Вот так в один слой. Я думаю, что я еще второй слой нанесу на просушку. Вот еще раз эти базы. Так, я сейчас одну. Я уже сняла, потому что мне мало типс. И нанесем второй слой. Тоненький, так чтобы хорошо просушилось. Ну, для плотности можно на еще третий слой сделать, но и если на подложку, тогда можно вообще в один слой уложить и на просушку. Дальше следующий. Эти блестяшки 281 цвет. Да, я еще покажу, что тут заявлено на баночках, потому что мы базу посмотрели, еще гель-лаки. Вот такой цвет в один слой и на просушку. Вот такой термогель-лак, такой у него переход. Давайте нанесем второй слой. Что я говорила, что термогель-лаки очень хорошие, плотные. Посмотрите, в 2 слоя замечательно, даже можно было уложить и в один слой. Было бы хорошо. И еще раз на просушку. Вот такой он после просушки. Как видите, быстро реагирует на температуру. Переход такой светлого фиолетового в темный. И следующий термогель-лак 261 цвет. Тут окошко есть. Видно, что гель-лаки полные. Это такой грязный, темно-розовый. Посмотрите, какой он плотный, девчонки.
хороший цвет. Быстро самовыравнивается. Красивый, да? И на просушку в лампу. Такой переход вот этого термогель-лака. И давайте перекроем его топом. Потому что мне на типсе достаточно одного слоя. Вот и быстро среагировал на температуру и на просушку. Такой он в теплом состоянии. Как видите, такой нежный. Розовый в темный розовый. Быстро реагирует. Ну, конечно, цвет на любителя. Мне такой цвет нравится, грязный розовый. Давайте следующий, 248. Это идет уже такой яркий-яркий, темный малиновый. Также я хочу сказать, что он плотный. Эти гель-лаки мне нравятся из-за своей плотности. Для термогель-лаков это хороший, девчонки, результат. Конечно, кто любит, как раз сейчас на холодную пору года. Будет все хорошо, красиво смотреться на ноготочках. И на просушку на 30 секунд. Я взяла с лампы вот такой переход. Ну, мне надо еще нанести один слой, так как он проплешивает. На два слоя все замечательно. Вот такой, девчонки, красивый переход. Следующая посылочка. Пластина на подложке, все как я люблю. Ну, тестировать в этом видео мы не будем, так очень длинное получается. Если вы хотите тестирование, пишите мне в комментариях, обязательно сделаю тестирование. Итак, следующая посылочка. Это уже такая большая, тут мне пришли наклеечки и пластинка. Эта пластинка идет от JRAC. Очень я люблю эти пластины. У них гравировка хорошая. И у этих S-Joy также. S-Joy хорошая гравировка. И у этих JRAC. Ссылки на пластины я вам оставлю. Там очень классные новиночки повыходили. Я и себе их заказала. Так что, кто еще не подписался на мой канал, также обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Вот. Пластина 41. И давайте посмотрим наклеечки. Это идет, получается, водные, да, водные наклейки. Тут разные, тут есть разноцветные наклеечки, цветочки. Вот такие сейчас актуальные пластинки есть продавцов на такую тематику. Поближе. Ну, ссылочки, как всегда, на все я вам оставлю под видео. Значит, надо отрезать на водный спонж, подождать 10-20 секунд, отклеить и на ноготочках. На ноготочке крепить. Вот такой лист наклеек. Дальше. Вот, я снимаю под зарядкой. Следующая посылочка. Это фольги очень у меня много. Вот еще себе заказала. Вот такая красивая фольга. Классные цветочки. У меня очень много, большой выбор фольги был на канале. Ссылочки я вам оставлю под видео. Вот такая фольга. Если вы хотите обзор фольги, которая у меня есть, также пишите в комментарии. Отдельно я сниму видео. Вот такая у нас сегодня была распаковочка обзора. Также мы с вами протестировали лаки. Ссылочки на все товары я вам оставлю в описании под видео.
И всем до новых встреч. Всем пока-пока.